24-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отмечали 15 февраля во всех странах бывшего СССР. Конечно, и на Украине, и в Измаиле, где много воинов-интернационалистов. В 11 часов афганцы возложили цветы к памятнику солдату-освободителю у Вечного огня. Затем праздничным шествием вместе с пограничниками под звуки духового оркестра направили свои стопы к памятнику погибшим воинам на войне в Афганистане. В Свято-Покровском кафедральном соборе в это время была отслужена панихида памяти жертв той войны. Затем председатель Измаильского союза ветеранов войны в Афганистане Валентин Иликчиев наградил грамотами ветеранов, после чего последовало возложение цветов к памятнику. Поминальную службу памяти героев-интернационалистов прямо у памятника провел настоятель Свято-Покровского кафедрального собора, благочинный церкви Измаильского округа, протоиерей отец Симеон. Ну а потом, как всегда в этот день, была полевая кухня, где угощали гречневой кашей с мясом и фронтовыми 100 граммами. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер».